Вітаю вас! Настав старий новий рік, а це означає, що низка улюблених зимових свят і приводів зустрітися за накритим столом триває. Але навіть у святкові дні, насичені ароматом хвої та мандаринів, ми маємо що порадити. І я запрошую вас в цьому переконатись. Ми впевнені, багато глядачів проєкту «Про поради» згодні з фактом, що вести здоровий і активний спосіб життя просто необхідно. Саме усвідомлення цього факту вже добре, але, на жаль, без практичних дій будь-яка гарна ідея залишається лише ідеєю. «Про поради» розкажуть, з чого почати, аби здорові та корисні звички стали невід'ємною частиною вашого життя. Хочется поговорить о такой проблеме, как несоблюдение вот принципов здорового образа жизни. То есть это, в принципе, по силам каждому. Обязательно начинайте день свой с завтрака. То есть завтрак – это самый важный прием пищи. Углеводы, которые мы получаем завтраком, они используются сразу. То есть организм не откладывает это в виде жира. Завтрак должен быть насыщенным, медленно всасывающимися углеводами. То есть это в основном где-то каши. Если хочется немножечко себя побаловать там сладостями, это как раз вот отличие. Личное время. Питаться нужно регулярно. Чем чаще, тем лучше. Маленькими порциями. Минимум 3 раза в день. Плюс 2 перекуса. Кофе, сок, печенье. Это тоже все считается перекусами. То есть их нужно учитывать. Некоторые люди, которые кушают на лету печенье, конфеты, и они не считают это за прием пищи. Это уже считается перекусом. Кушать нужно еду богатую на пищевые волокна. Это и зерновые продукты, овощи, фрукты, крупы, цельнозерновые. Гречки. Если это макароны, то обязательно читайте на упаковках, чтобы это были макароны твердых сортов пшеницы. Если же это картошка, то желательно печеную в мундирах, либо это отварная картошка, тоже желательно с кожицей, на ней очень много питательных веществ, и они за счет варки или каких-то там термической обработки, то есть они сохраняются в этой картошке. Хлеб использовать грубого помола желательно, либо овсяной, либо черный. Стараться исключать сладкое, мучное, газированное. Потреблять жиры тоже стоит разумно, то есть полностью их не исключаем из своего организма. Наш организм в принципе задействован так, что он должен получать полинасыщенные жиры. Полезный жир содержится в основном в орехах, в рыбе. То есть, если мы берем мясо, например, со шкуркой, шкурка не считается полезным жиром, мы ее обязательно снимаем. Дальше. Для своего рациона также мы используем меньше сахара, меньше соли, но тоже полностью не исключаем. То есть, маленькая доза все-таки позволительна. Используем больше воды. В среднем для человека это где-то 8 стаканов в день. Обязательно вода должна быть без газа. За счет этого улучшается пищеварение, то есть и жизнедеятельность, в принципе, организма. Не увлекаемся алкоголем. Он очень сильно разрушает мозг, нервные клетки, ну и плюс достаточно калорий. Не советуем, в принципе, против любых экстренных диет и препаратов для похудения. Они наносят вред только организму. Конечно же, ко всему этому, то есть следует придерживаться физических тренировок хотя бы 2 раза в неделю для своего здоровья. Те, которые хотят уже похудеть, укрепиться, подтянуться, для этого существуют отдельные комплексы. Это нужно каждому человеку и уже с малых лет. Для людей, которые хотят поддерживать себя постоянно в форме, плюс к этому всему вести здоровый образ жизни, то есть это необходимо придерживаться спортивных тренировочек. Это может быть все, что угодно. И бег, и какая-то 20-минутная тренировка дома. Конечно, желательно это все делать под присмотром тренера, то есть с определенной программой. Тренер подскажет при правильности выполнения упражнений. Туда же подскажет вам, где может быть что-то исключить из рациона. Ну и плюс это как бы посещение группы, это всегда весело, интересно, девчонки делятся секретами. Если это будет похудение, конкретно процесс похудения, во-первых, это составляется индивидуальная программа под каждого человека, туда же учитывается его обмен веществ, образ жизни, сидячий там, либо более подвижный. Мы высчитываем энергетическую ценность, которую он должен потреблять по продуктам. То есть тогда составляется конкретно для него график тренировок. Если человек хочет просто поддерживать себя в физической форме, ему достаточно 2-3 раза в неделю придерживаться физических нагрузок, ну, с периодичностью где-то вот месяц, можно месяц сделать перерыв, потом месяц обратно вернуться. То есть у всех бывают, да, какие-то праздничные дни, там день рождения, Новый год, уехал куда-то в отпуск, там еще что-нибудь. То есть это все позволительно. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, питайтесь правильно, и все у вас будет прекрасно.
Б'юті-блендер є незамінним інструментом для створення красивого макіяжу. Якщо ви не впевнені, що використовуєте його для нанесення тональної основи правильно, тоді обов'язково прислухайтеся до наших порад. Про секрети використання б'юті-блендера, а також правила догляду за ним, розповість професійний візажист. Про поради впевнені, що після цього сюжету ваш макіяж виглядатиме ще професійніше і яскравіше. На сегодняшний день бьюти-индустрия выпускает очень много новинок для того, чтобы помочь нам быть красивыми и следить за собой. Сегодня мы поговорим о бьюти-блендерах. Уникальность бьюти-блендера в его заостренной форме с таким вот кончиком. Это позволяет нанести тональное средство по крылышкам носа, пройтись и по глазам. Главное, выбор при бьюти-блендера, он должен быть сделан из качественного мелкодисперсного материала, быть мягким. Использовать бьюти-блендер нужно хорошо намочив и отжав. Бьюти-блендер используется для нанесения тональной основы. Он имеет такую текстуру, которая схожа с текстурой кожи, что позволяет наносить тональное средство как бы невесомее. И его на лице не видно. То есть он, получается, повторяет нашу текстуру кожи. Бьюти-блендер не требует особого ухода. Обычно вымывать можно с помощью геля, либо мыла, он очень хорошо очищается. Использовать его может любая девочка, либо как и визажист его используют, как и для домашнего использования. Качество, конечно же, зависит от цены. Хороший бьюти-блендер все-таки стоит больше 100 гривен. При выборе бьюти-блендера обращаем внимание на его цвет. Он идет в трех цветах. Это белый, розовый и черный. Это не случайно, потому что там разный латекс. Именно черный бьюти-блендер это все-таки для профессионального нанесения и покрытие тонального средства будет плотное. Белый бьюти-блендер это самый мягенький. Он делает такое невесомое легкое покрытие на лице. Практически тональное средство ложится как макияж без макияжа. То есть его вообще не видно. Самый оптимальный вариант розовый. У него самый в меру мягкий латекс, поэтому он дает такое вот натуральное покрытие. Правильно пользоваться бьюти-блендером, движения должны быть промакивающими. Туда-сюда по коже не возим. Сейчас очень много выходит новинок в бьюти-индустрии, поэтому каждая девочка может себе позволить купить бьюти-блендер и использовать его по назначению, быть красивой и идти в ногу со временем. Чи вмієте ви гарно та по-особливому подавати десерти, та ще й так, щоб для оригінальної подачі не потрібно було б використовувати професійні кулінарні навички? У нашому наступному сюжеті ми дамо кілька порад та навчимо, як дивувати гостей. Смачного перегляду! Каждая хозяйка хочет, чтобы ее стол, ее блюда всегда выглядели на высоте. Я хочу вам предложить очень простой, но оригинальный способ украшения, презентации десертов. Для этого нам потребуется подручные средства и специи, которые есть у каждой хозяйки на кухне. Такие как палочка корицы, бадьян, ее еще в народе называют как звездочка выглядит. Какао, топленый шоколад и сахарная пудра. Мы выбрали к десертам подходящие блюда определенного размера. К примеру, если у вас белый десерт, тогда нужно тарелку выбирать контрастную, яркую. Например, как у нас, вот она у нас будет синей, а десерт у нас белый. Предварительно я притрусила тарелку сахарной пудрой через сито, украсила еловой веточкой и сверху мы просто ложим десерт. И это выглядит очень по-новогоднему и празднично. Есть еще один простой способ украшения и декорирования десертов к новогоднему столу. Этот способ очень часто используют в ресторанах. Он очень простой. Берете тарелку под ваш десерт и кладете ложку десертную, либо столовую, или же, может быть, вы хотите чайную ложку положить. И сейчас мы притрусим это все блюдо и ложку какао.
Нужно притрусить ее так, чтобы остался след, силуэт от ложки, чтобы она выглядела очень ярко. Отставляем какао и убираем ложку. И получается вот такой силуэт. Теперь берем десерт. У нас десерт в виде шишки, в форме шишки. Ложим его, чтобы не накрыть нашу ложечку. Поставили. Следующим этапом я предлагаю украсить тарелку палочкой корицы. Можно еще одну. Крест-накрест можно положить. Или, может быть, у кого-нибудь еще бурнее фантазия работает. И положить звездочки бадьяна. По желанию можно выложить лесной орех, кедровый орех, кешью, миндаль. Все это будет очень гармонично и природно смотреться на тарелке. Следующую презентацию можно сделать такой. Берете шоколад, либо шоколадный сироп, либо шоколадный топпинг. Топпинг, он будет гуще, поэтому он будет лежать у вас намного дольше, не будет терять своего вида. Налейте шоколад в бутылочку с узеньким носиком, чтобы, когда он у вас вытекал из бутылки, была очень тоненькая и аккуратная струйка. К примеру, вот у вас есть блюдо. Нужно посмотреть на ваш десерт, какой он, круглый, квадратный, либо это вообще тортик. У меня вот такой десерт, круглый, поэтому я хочу его поставить лицом к себе. И нужно заполнить пространство тарелки, чтобы оно не было пустым. Сейчас карамель будет медленно растекаться. И будет получаться такой рисунок. В принципе, все. Но если вы хотите дополнить ваше блюдо, вашу презентацию, вы можете сюда еще положить веточку розмарина, положите орехи, только не колотые, чтобы они были в кожуре, чтобы это выглядело очень красиво и оригинально. На самом деле все очень легко и просто. И такие специи, и такие приправы есть у каждой хозяйки дома на кухне. Просто можно подключать фантазию, фантазировать, и ваши блюда, ваши десерты будут всегда с прекрасной презентацией. Нужно всегда помнить, что еду сначала кушают глазами. Приятного аппетита! Ми впевнені, що сьогоднішня порція про порад була корисною. І наступного разу підготуємо ще більше цікавого та незвичного. Тож, залишайтеся з нами. Бувайте!